Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Бегство священника Матафии и его родных. И воскликнул Матафия в городе громким голосом: «Всякий, кто ревнует по закону и стоит в завете, да идет вслед за мною». И убежал сам, и сыновья его в горы, оставив все, что имели в городе. Тогда многие, преданные правде и закону, ушли в пустыню и оставались там сами, и сыновья их, и жены их, и скоты их, потому что умножались беды над ними. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.